think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзор утренних акций. Посмотрим, что у нас интересного есть на серваках. Может, что-то поменялось. Сегодня у нас пятница. Посмотрим, что интересного есть. Нифига на немке нету. Единственное, что на немке чем хорошо, здесь пират два раза идет по сравнению, ну то есть два дня по сравнению с другими серваками. Изи просто. 25 осколков уже механоида собрал. Такс. Все остальное понятно. В общем, ничего интересного на немке нету. А, единственное, надо было сейчас зайдем, плюхи заберем. Сразу же, чтобы не забыть. Надо будет залететь в гильдейский магазин, посмотреть, что там у меня по картам. Насобиралось уже. Должно насобираться нормально итемов. Я думаю, вряд ли еще на карту лутать будет. Наверное, половину только собрали. Ну, жесть какая-то творится с этим плеером. Да, 9700, а карта у нас 30к. Я офигею. Но это надо еще, короче, как минимум, сейчас посмотрим, наверное, месяц, а то и больше фармить. 1800, ну считайте 3000 плюс атака фартов. 70 тысяч, да, где-то месяц надо фармить. Не меньше. Так, стирачки у нас нету. Блин, жду стирачку поменять ник, и так она и не приходит. Что-то в последнее время они очень плохо начали падать. А, окей, поехали дальше. Глянем, что у нас на английском серваке. Блин, везде эти обновы уже запарились. Сколько можно их штамповать? Все равно никто в эту локацию новую бегать играть не будет толком. Она у вас ни о чем просто. А, так, Spring Pack. О, настолочка есть, посмотрим. Так, новая настолка. Карта есть, но это для того, чтобы карта, сколько у нас тут? 12 и 12, наверное. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Да, два раза по 12 надо вытащить, чтобы получить карту, но это, конечно, Unreal. Знаете, если бы они еще сделали так, что если выбиваешь дубль, ходишь еще раз, то это было бы, конечно, интересно. А, так, по пазлам у нас сразу идет три героя. Причем, посмотрите внимательно, Пьерс практически так же, как и донатный герой стоит, но это просто писец. Там 15, там 12 пазлов, но просто нет слов, насколько этот донатный герой не актуален. Так, 50 у нас за 6, ну такое себе, 7 уже продают этих, раньше по 2 продавали, по-моему, сейчас уже 7, как фиолетовые в свое время, вот эти, которые я вытащил. А, так, Dragon Orb'ы. За 1400 за покупку. Бинго, островок, да, тоже что-то ничего интересного нету. Надеюсь, вчера ребята, кто дрочил, успели пособирать героев. Что у нас сегодня? За найм, такс. Нету, да? Нету пока аккумуляции. Ну, вчера была возможность без донатов собрать зефира без проблем и половину лисицы. Я считаю, это вообще был крутой подгон, плюс
топовые эмблемы плюс скины. Оно реально того стоило. Так, хорошо. Поехали глянем, что у нас на русском сервере интересного. Да, что-то сегодня пятница и вообще ничего прям такого нету. Так, набор сокровищ, бинго. Что, походу только на английском что-то интересное, на русском вообще что-то печаль. Хрусталку на русском открыли, и пират на русском есть, нифига себе. Так, берс. Ну вот, кстати, берс, да, осколки. 70 штук. Мастер рун. Ну, плюх нормально дают. Так, пират посмотрим. Вообще нифига не меняют в пирате. Нафига его менять, 100%. Так, спорящий остров. Короче, нифига нету толком. А что на рынке? На рынке вообще печаль. Могли бы уже давным-давно что-то интересное завести, и народ бы забирал. Нет, они, короче, завозят всякую хрень. Короче, нифига толкового нет. На Тайване, наверное, то же самое сегодня. Короче, пятница. Единственное, что порадовало, это чисто настолка на английском, и все, больше нифига нету. Ну, плюс надо сегодня еще будет пофармить. Попробовать обратно зафармить на русском сервере и попробовать зафармить на английском сервере и на немецком за пределе. Давно, кстати, я уже на английском не бегал. Я там и забил, потому что там этот герой есть, а вот немка и русский, эти еще серваки актуальны. Так, тут у нас тоже, я так понял, нифига интересного нового нет. Тут вообще как-то странно. Остров даже не меняли. Хотя здесь обнова была одной из первых. Очень странно, почему так. Но что-то они последнее время вообще опаздывают с этими обновлениями. Здесь вообще нового героя в острове нет. Как-то странно. Вообще непонятно с этими ихними обновлениями, что куда и как. Почему такой дикий лютый разброс между серваками. Ну, берсеркера продают, конечно. А что по новому герою? И вот это вообще походу нету. Ладно. Да уж, короче, печалька. Вчера битву гильдии пробегали и все. И печаль. Дальше проходить нечего. Кроме этого, шарик, кстати, обмен у нас на немецком тоже закончился. Это печалька. А, здесь тоже такая же тема, один этот. Ну, надо пока халяву, наверное, на этом, на немке забирать, потому что потом другой возможности получить просто скины не будет. Такую возможность упускать сейчас нельзя. Такс. Кстати, интересно, зайдем сейчас глянем. Странно, что новую локацию не добавили сюда. Хочу посмотреть, что тут как продвижение.
Блин, какое оно все допотопное. Так, эти три прошли. Осталось, ну, самое топовое, но я не знаю, кто Имперский замок захватит. Это реально бред. Так, а ну-ка, сейчас я выйду. Я вообще вышел. Хотел посмотреть плюхи. Итак, я зашел все-таки. Все-таки я зашел. Точнее, захожу. Наконец-таки. Раздуплилось. Короче, битва замка уже не та, не тянет. Не тянет комп. Не дает забирать сундуки. Две гильдии, которые нахватали уже. Халява. Она мне фига не упала. В общем, такие вот дела, ребят. Печалька. Печалька, в общем. Будем ждать следующую обнову.